Благословенный Рамадан с каналом Алиратисам. Инна альхамда лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. Ман йахдихиллаху фала мудилля лах ва ман йудлил фала хадия лах. Ва ашхаду ан ла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика лах. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد дорогие мусульмане السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله в этом году тоже будем проводить с вами Рамадан. Через несколько дней начинается месяц Рамадан. Этот месяц, братья мусульмане, это не как остальные месяца. Этот месяц мы должны приготовиться к этому месяцу. Братья, сколько братьев у нас, которые рядом с нами были, уже нету уже в этом году. Братья, которые с нами молились таравих в прошлом году, есть, которые уже находятся ахирате, ином мире, барзахе. И мы тоже рано или поздно все попадаем туда. Все мы умираем. Для этого, пока такой день к нам не наступит, мы должны каждый момент использовать, который Аллах Субханаху ва Тааля нам дал. Иншаллах, просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы мы этот Рамадан месяц смогли проводить наилучшим образом. Из-за этого через несколько дней начинается Рамадан, и мы должны приготовиться к этому, улучшая наши намерения, приготавливаясь к этому, уделять полное наше время для Рамадана. Все свои деяния отложить после Рамадана или же закончить их до Рамадана. Братья мусульмане, пусть Аллах Субханаху ва Тааля облегчит вам и нам проводить этот месяц Рамадан наилучшим образом, чтобы выйти в конце этого месяца полностью простившим наши грехи. Этот Рамадан месяц, Аллах Субханаху ва Тааля говорит в хадисе Аль-Кудси, каждое деяние сына Адама для него, разница между сына Адама или дочери Адама, все деяния для него, кроме пост, говорит Аллах Субханаху ва Тааля, кроме Рамадан, да, пост. Кроме пост, для остальных все деяния для человека. Аллах говорит, поистине это пост для меня, и я буду вознаграждать за него. Имеется в виду без ограничений. Потому что пост невозможно делать показуха. Намаз мы можем для показуха делать, пойти в мечеть перед людьми помолиться. Хадж мы можем делать для показухи. Пожертвования можем делать показухи, а ураза не можем мы делать для показухи, потому что никто не знает, что ты постишься или нет, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Ты можешь людям сказать, показать им, что ты ураза держишь, дома скрытно кушаешь. Только ураза остается между тобой и Аллахом. И Аллах Субханаху ва Тааля за ураза такое вознаграждение дает. Я, говорит, отдам ему вознаграждение без ограничения, не сказал, например, других деяниях Аллах говорит, десятикратно увеличу, до 700 раз. А здесь именно поста Рамадан он не ограничил. Потом Аллах говорит, «Вассияму жунна». Поистине является пост, это щит. Щит от чего? От харамного, от греховного. Если кто-то из вас постится, пусть говорит, не будет ругаться и не будет плохие слова, матерные слова. Пусть не говорит. Если даже кто-то будет вас ругать или же порицать, фалиякул иннисаим, хоть ты хорошее дело, тебя порицают, ругают, скажи, что я пощусь, что я держу пост Рамадан месяца, я не могу тем же словами тебе ответить. Валлади нафсу Мухаммадин бияди, клянусь тем, чем моя душа находится в его руках, клянусь Аллахом, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запах, который выходит из рта постящего, перед Аллахом более милее, более хорошее, чем даже рихуль миск, чем благовоние миска.
Запах мы знаем уже целый день за то, что ты не кушаешь. Из желудка уходит неприятный запах для нас. Но перед Аллахом это запах лучше, чем запах мискуса. Почему? Потому что этот запах образовался из-за поклонения Аллаху Субханаху ва Та'аля. Этот запах образовался за то, что ты послушался Аллаху Субханаху ва Та'аля и не кушаешь. Лиса и мифархатан. Постящему человеку два радости. Один из них, когда он уже уроза отпускает, радости, все мы бываем целый день, 15 часов, некоторые 16, некоторые 20 часов постятся. В конце дня, когда кушают, это радость. Это второй радость, когда ты будешь встречаться перед Аллахом Субханаху ва Та'аля. О мусульманин, о мусульманка, это радость. Когда перед Аллахом, когда будешь встречать Аллаха Субханаху ва Та'аля в судный день. Нет сомнений, каждый мусульманин увидит своего Господа, увидит своего Аллаха, увидит Господа, увидит Аллаха Субханаху ва Та'аля. Из этого, о мусульмане, много радости, много вести для нас этом месяце. Не теряйте зря этот месяц, не теряйте это время. Как хадис сказал, из этих радостных вещей запах, который выходит изо рта, она более милее пред Аллахом Субхану ва Тааля, чем запах мускуса. Второе. Каждый день Аллах Субхану ва Тааля еще более украшает рай для человека, для постящего человека. Приготавливает рай, украшает его. Этот месяц Аллах Субхану ва Тааля заковывает шайтанов, джинов, чтобы не навредили, чтобы нам не мешали, чтобы мы поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. И не могут они для нас мешать. О праведные мусульмане, о общие мусульмане, даже грешные мусульмане, вам пришло сейчас момент просить прощения у Аллаха Субхану ва Тааля. Делать деяние, чтобы Аллах Субхану ва Тааля простил вас. О тот, который у кого грехи много, который говорит, у меня очень много грехи, я делал прелюбодеяние, я оставил намаз, я что-то украл, я кому-то ударил. И также, о та, которая думает, что у тебя грехи много, у тебя прелюбодеяние сделала, или же что-то украла, или же ослушалась мужа. Сейчас наступило то время, которое ты можешь, чтобы Аллах Субхану ва Тааля, ты можешь, чтобы сделать так, чтобы Аллах Субхану ва Тааля простил тебя. Мы не должны понимать от поста, это является голод. Мы не должны понимать, мусульмане, пост не только это голод, и не только это жажда. До поста, до жажды и голода мы должны также, чтобы наши глаза постились от харамного. Как? Не смотреть харамного. И также нас не смотреть на харамное. Пусть это будут харамные фильмы. Пусть это будут голые девушки, которые полно сейчас в улицах. Пусть это будет харамный взгляд. Куда бы ни было, надо, чтобы глаза тоже постились, не смотреть на харамное. И также постились наши языки. От чего? От гибата, про кого-то, чтобы разговаривать. Аннамима, сплетни. Или с кем-то спорить, или кого-то проклинать. Проклинание уже очень легко распространилось среди мусульман. Проклинает за мелочь. И также даже, может быть, сама не думает мать. Иногда бывает, даже мама ругает своего ребенка, говорит непристойные слова, пусть Аллах Субхану ва Тааля тебя накажет, или же пусть Аллах Субхану ва Тааля тебе закинет ад. Некоторые такие женщины тоже есть, которые ругают своих детей. Будьте осторожны. Это является зульмом, притеснением. И также, чтобы ваши уши постились от харамного, чтобы не слушали харамная музыка, которая портит нас, наш молодежь. Это музыка, которая портит нашу молодежь. Музыка еще с сценой харамным, открытой девушками, которые танцуют голыми, и этими смотрит наша молодежь, и даже в сердце, даже потом у нее не приходит, это является харамной сценой. И также вот эти певцы, которые распространяют нечисть.
начиная от маленького, который до последнего даже поют харамные песни и даже интимные слова говорят на песнях, и наш молодежь на них смотрит и слушает, и этими их поклонниками становится. Будьте осторожны, берегите свои уши от харамного, пусть постятся уши от харамного. Пусть слышат Коран, пусть слышат какое-то наставление, пусть слышат наши уши этот месяц побольше Корана, побольше наставлений, побольше хорошего. И также, братья мусульмане, пусть постятся наши руки от харамного, чтобы не бить слабого человека, не бить мусульманина, не делать вреда, не брать харамные, не трогать харамные и не забирать харамные имущества у кого-то. И также пусть постятся наш живот не только от халальной еды, вообще после ифтара от харамной еды. Если так будем мы поститься, как чтобы стараться и поститься в таком форме, иншаллах, мы в конце месяца выйдем полностью с прощенными грехами, чистыми, как нас родила наша мать, без грехов. Братья мусульмане, вы не думаете, мы еще молодые. О, молодежь, ты не думай, ты молодой, что я могу делать? Не забывай, что пророк, саллиллаху алейхи вассалам, при смерти, он приготовил армию воевать против Византии, против римлян. Над этим армией, полководцем, командиром, кто был? Усама ибн Зайд, которая была исполнилась ему 17 лет. Вот наша молодежь, вот наш ислам. Вот наша молодежь, и вот они, как донесли до нас ислам. Не старики к нам ислам доносили, молодежь до нас ислам доносила. Из-за этого разницы нету. Сестры, братья, сперва себя исправьте, потом доносите этот ислам своим родственникам и потом своим соседям и так дальше. Не говори, меня родители не оставляют. Хотя их много, которые жалуются, родители не оставляют. Я хочу покрыться, мне мать не оставляет. Я хочу пост держать, мне мама не оставляет. Мама тебе не поможет в судный день. Ты будешь спрошен. С 15 лет ты уже самостоятельный человек. С 15 лет ты отвечаешь перед Аллахом Субханаху ва Тааля за твое деяние. Из-за этого, если мама тебе скажет, оставь пост, ослушайся. Папа скажет, если не будешь, если постится, я тебя из дома выгоню. Ослушайся отца, постись. Если выгонит, это будет испытание на пути Аллаха. Джазакум Аллаху хайран. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля исправит наше намерение и даст нам силу и искренность, смиренность, чтобы начать первый день Рамадана с хорошим намерением. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Джазакум Аллаху хайран. Иншаллах, каждый день перед ифтаром будем выходить на эфир и делать наставления вам и мне, если Аллах Субхану ва Тааля даст нам силу. Джазакум Аллаху хайран.